строчки Роберта Ивановича Рождественского. Вы знаете, мне все еще верится, что если останется жить Земля, важнейшим достоинством человечества станут, наверное, учителя. Не на словах, а по вещей традиции, которые завтрашней жизни подстать. Учителям надо будет родиться и только после этого стать. В нем будет мудрость талантливо-дерзкая, он будет солнце нести на крыле. Учитель — профессия дальнего действия, главное на земле. Я хочу еще раз представить всех участников сегодняшнего концерта, которые дарили этот праздник для вас полтора часа. Студия «Юные Александровцы», художественный руководитель Александр Гилев. Танцевальная группа «Эксперимент», Владимир Старченко, Александр Романченко, Дарья Сайкина, Алина Писарькова. Баянист Твердос Никита Сухаребрик. Актриса театра и кино Екатерина Семенова. Вокальный квартет «Сердца четырех» Данил Нестеренко, Никита Бакин, Владислав Берендеев. Денис Володин, ведущий сегодняшнего концерта. Мы еще раз от всей души желаем вам крепкого здоровья, будьте счастливы, любите и будьте любимы. До новых музыкальных встреч! Спасибо!